Всем привет из Франции и добро пожаловать на мою кухню. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусные грибы-вешенки. Для этого нам понадобится грибы, одна луковица, затем одна морковь. Грибов у меня примерно 300 грамм и зелень, свежая зелень петрушки и укропа. Также нам понадобится масло для жарки. Рецепт очень простой, но грибы получаются невероятно вкусными. Вот за что я люблю вешенки, это за то, что их не нужно чистить. Грибочки всегда чистые. И перед тем, как их помыть, мы их просто разделяем на вот такие вот отдельные грибы. Промытые грибы заливаем кипятком, чтобы кипяток полностью покрывал грибы, и оставляем на 15 минут. Я знаю, что многие готовят, вернее как, бросают сразу грибы в сковороду и жарят. Но если вы сделаете по вот такому методу, то они будут намного мягче и нежнее по вкусу. Лук нарезаем полукольцами, морковь натираем на крупной терке и зелень измельчаем так же, как и для салата. Через 15 минут с грибов сливаем воду. Будьте готовы к тому, что они, естественно, уменьшатся в разрезе. И сейчас, по желанию, их можно будет измельчить или же жарить вот в таком виде. В сковороду наливаем масло. Грибы у меня сегодня измельченные, и я их отправляю на обжарочку. Вот так вот. Грибы под крышкой обжариваем в течение 3-5 минут, затем солим, перчим и отправляем туда порезанный лук и тертую морковь. Все тщательно перемешиваем и оставляем жариться еще на среднем огне примерно минут 5 до мягкости лука и моркови. Грибы готовы, хорошо прожаренные, овощи тоже готовы, все золотистого цвета должно быть. И сейчас отправляем зелень. Все тщательно перемешиваем и можно подавать к столу. Приготовленные по такому рецепту вешенки я подаю с отваренным на пару картофелем и с салатом из свежих овощей. Всем желаю приятного аппетита. Надеюсь, рецепт вам понравится и готовить его вы будете с удовольствием.